Вот такой фонарь у нас был. И мы решили купить еще один. Вот такой фонарь. Этот фонарь, вот он. Вот так выглядит. Этот как будто посолиднее немножко выглядит. Так, пленочку надо. PX4 всего лишь. Здесь USB, здесь 2032 CR. Что это? 80 люминов, 2000 миллиампер часов. Микро USB. Давайте сразу вскроем. Так, тоже никакой прорезиненной нету, ничего, то есть влагозащиты здесь нет. Здесь очень мелко написано, но вы можете видеть 2000 миллиампер часов, 4,7 вольта. Так, ладно, закроем потом. Ну так. Вот это вот посимпатичнее, то есть спрятаны, не видать. И здесь ребра такие, более агрессивно. Здесь уже прикручено это, то есть на той было откручено. Но это тоже снимается, вот болты, их не видно или видно. То есть вот эти болты откручиваешь, и также можно отсоединить. Здесь резиночка такая, а это двусторонняя резина, нет, односторонняя, но с одной стороны клеится, ну, либо она просто липкая такая. Микро USB. Это резинка для крепления на руле этого пульта. Здесь крепление всегда на месте и более. Ну, пульт может быть так удобнее, если бы его таскать с собой. Но зачем его таскать? А, и кнопочки прорезиненные. То есть здесь пластик, здесь все-таки резина. Это крепление для... А, ну здесь защелка. Там вот два болта я показывал, а здесь все-таки защелка. Заводишь и все. Еще крепление. Так, проводочки положим сюда, они нам не нужны. То есть вот такое крепление. Так. И болтиками соединяется либо сюда. Щелк. Хорошо, разберемся, как это будет на велосипеде. Болтов положили меньше. Там было гораздо больше. Ну, минимум вот один остался. Его видно, да? Вот он.
Так, давайте по аналогии попробуем подключить. Кнопка Power, она гораздо меньше. Здесь побольше. Ну, так. Ну что, так симпотно. О-хо-хо-хо-хо. О, шикардос. Прикольно, прикольно. Подождите, стойте, я же влево нажал. А, моргает, да? Еще раз. Оба. Вправо. Моргает. Вправо. Не горит. Так, теперь среднюю. Выключить. О, моргает, нифига. Прямо аварийка. Ну, я вам скажу. Солидней, солидней, чувачок. Кому интереснее, как тот моргает, будет ссылочка вверху и в описании. Еще раз нажали. Ну, бегут как огни. Да, посимпатичней, посимпатичней. Это прямо аварийка. Так, и лазеры. То есть, как хотите, можете там сделать, чтобы они расширялись. Можно, чтобы наоборот расширялись. Но лучше всего, вот я говорю, делать вот такими параллельными линиями. Чтобы огражден был ваш велосипед. Верхняя кнопка лазер, моргает, выключен, горит, моргает, выключен, аварийку, чпок, чпок. Да, люминов, вот такое ощущение, что люминов побольше. Я уж не знаю, если здесь 80, то там, наверное, 70 или 65. Да, поинтереснее фонарь однозначно. Ну, хотя вы его не видите, его видят только водители, которые едут сзади. Поворот. Ай, да, этот бегущий как огонь. Ну, правда, с одной стороны в другую, да, допустим. Еще раз нажатие. Остановилось. Вправо. Не, нормальненький, нормальненький фонарик. Прикольный. Все, кого интересует этот фонарь, смотрите, он дешевле, этот подороже. То есть сейчас собираем. И не забывайте, на канале очень много аксессуаров велосипедных, потому что сейчас велосипедный сезон. Ссылки, где купить, можно смотрите тоже в описании. Ну и будет еще другие видео. 18650 минус плюс. Ну, прям четко все расписывается. Ой-ой-ой, разыгрался как. Все, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Не забывайте подписываться на канал. И ждите следующих видео.